Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня прошли ровно сутки с момента запуска моей ультрафиолетовой лампы. Точнее, двух по 36 Вт. Итого 72 Вт на круг. Вот. Не переживайте. Не все так плохо и темно в нашем царстве. Вот. Выглядит она вот так. Зато хорошо видно, там сгорело, не сгорело, перегорело, не перегорело лампочка. Так, что у нас за эти сутки произошло? Субъективно стало больше зеленки. Вот здесь вот это образовываться зеленки на фильтре. То есть вот зелени стало больше оседать. Так, по качеству воды. Давайте не по качеству воды. Рыба начала у меня есть. То есть я ей сейчас опять насыпал корм. До этого она 3 или 4 дня вообще не ела. Сейчас начала есть. Вода, ну сами видите, по видео, конечно, она в зелень сильно отдает. Так. Сейчас пытаюсь цвет найти, чтобы понятно было, какой он в реальности. Ну, короче, зеленая вода. Она такая непонятного цвета. Она вроде и чистая, но вот в ней какая-то вот зелень плавает. То есть не такой не болотный цвет, а больше сероватость. Вот. Если вот так смотреть. Не, все равно камера улучшает все это, делает краше. Ну что могу сказать, пока изменений я не вижу. Может быть, они чуть-чуть улучшились, там хрен узнает. Вот какая-то муть начала вот плавать, крошки вон, грязи стало больше в скиммере. О, прям зеленуха. Какая-то грязюка. И все время он туда засасывает. Вот это все грязь. Все очень неплохо засасывает. Но. Вода-то почему чище не становится? Ну, будем ждать 3 суток, да, как говорили многие подписчики мои, случайные зрители канала, то что 2-3 дня и вода будет как слеза. Ну, буду надеяться на это. Вот, пока что вот такие вот у меня новости. Вот интересно, какое у меня потребление, если все вместе включено. Допустим, 200 насос, 76, 276. Здесь сколько? 60 и 60. 276 и 120. 300. 400. 400. Блин, забыл насос, он на 100 ватт. 500 и вентилятор. 500. Ну, короче, 510, допустим, да? 520. Округлим 550, чтобы мозги не делать. Вот если все включается, это 550 ватт потребления в час. Ну и плюс это светодиодный прожектор, если 100 ватт не считать. Ну, я его вечером включаю на часик, на два. Просто зайти, посмотреть, что-нибудь поделать тут. Вот, так что пока улучшений видимых нету. Ждем результата. Главное, что рыба начала есть. Это радует. Это не может не радовать. А там зеленая, не зеленая вода. Уже, честно, пофиг. Уже пофиг. Уже столько. 3 месяца, да. Я же в начале
июня запустил, да, пруд. Вот ровно 3 месяца я не могу справиться с водой, и она все цветет. Вот. Но ладно, не будем поднимать руки вверх и нести белый флаг. У нас ультрафиолетовая лампа, которая убивает зеленуху. Зеленухи у меня, допустим, много. Просто у меня одна сплошная зелень, вода. И сделаем скидку, дадим ей 2 недели. Или хотя бы неделю. Хотя бы неделю, я думаю, за неделю это будет результат. Сегодня, напомню, сутки. Вот. Так что, такие вот дела. Делы, делы, делы. Так, ну ладно, все, больше мне нечего сказать. Единственное, хочу сказать отдельное спасибо людям, кто мне помогает финансово, денежки переводит, там, кто-то мелкий, кто-то покрупнее. Вот, очень приятно. Всем спасибо. Все только сюда, все вкладываю. Столько уже денег вложил, уже даже неохота говорить, сколько я денег вложил. Вот, но каждая копейка, это спасибо. Вот, подписывайтесь на канал, кто не подписался, комментируйте, давайте дельные советы, давайте пообсуждаем в комментариях это, и увидимся в новых видео. Всем пока!